В Кустанае откроют центр для детей с аутизмом в бывшем здании детского сада. Реконструкция продолжится до середины лета. Здесь также расположится центр активного долголетия. В общем, посетить оздоровительное учреждение смогут около 150 человек. Это здание пустовало 15 лет. Теперь в нем расположится центр для детей с аутизмом. В Кустанайской области насчитывается около 200 несовершеннолетних с расстройствами аутистического спектра и более 300 с ментальными нарушениями. Такие дети нуждаются в особенном и профессиональном внимании. Здесь с ними будут заниматься около 100 специалистов. Мы понимаем, что с какими трудностями возникают, встречаются родители, у кого в семье дети вот, с ограниченными возможностями. Поэтому было принято решение вот, о создании этого центра. Спасибо фонду «Халкордок», который значит, помогает нам. Здесь с утра будут находиться дети. Сейчас пока принято решение о 4,5 часах пребывания в этом месте, где во время посещение данного центра с детьми будут заниматься специалисты. Специалисты – это дефектологи, специалисты узкой направленности. Также в здании откроют центр активного долголетия. В общей сложности на строительно-монтажные работы выделили 624 миллиона тенге. Пока проводят демонтаж. Вскоре приступят к ремонту наружно-инженерных сетей. На объекте работают порядка 20 человек. Здание, в принципе, рабочее в состоянии. Техобследование перед проектом делали. Все ответственные конструкции, плиты, стены, они... Надежность в хорошем состоянии. Планово стоит, что отдельный дополнительный вход будет пристраиваться для центра активного долголетия. 500 квадратов на первом этаже он будет занимать. Остальные 1500 квадратов будет для детей, для центра для детей с аутизмом. В центре дети будут находиться 4,5 часа. В будущем планируют перейти на полное пребывание. К слову, социально-психологические мероприятия могут улучшить навыки общения и социального поведения человека с аутизмом, что положительно влияет на благополучие и качество жизни и тех, кто ухаживает за ним. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал Костанай.